Как известно, биологический отец и бывший муж Волочковой Игорь Вдовин после расставания с балериной уже успел закрутить новый роман с теледивой, которая ведет на телевидении программу «Утро России». В последнее время Ариадну можно все чаще увидеть на прогулках и мероприятиях с Еленой. Так, на днях Ариадна отправилась на премьерный показ новой комедии под названием «Девушки бывают разные», именно с Еленой. Многие отметили, что на красной дорожке 14-летняя Ариадна затмила своим видом нынешнюю пассию отца. Примечательно, что дочь Волочковой не стала публиковать фотографию с Еленой, видимо, посчитав, что это может расстроить ее маму. Тем не менее, вездесущие папарацци все же запечатлели парочку на премьере и тут же выложили снимки в сеть на всеобщее обозрение. Как известно, Волочкова неоднократно называла Вдовина альфонсом. Дескать, много лет назад мужчина занял у нее 3 миллиона долларов и до сих пор не вернул. А она, по доброте душевной, всю жизнь это скрывала.